Загораешь с телефоном, охотишься на парней, кормишь чаек или боишься воды? А как ты ведешь себя на пляже? Смотри в нашем новом видео «Типы людей на пляже». Этот парень выходит из воды, словно младший брат Посейдона. Но его преследует песок. Да что же это такое? Придется опять купаться. Упс, простите. Попытка номер два. Ну и тут не повезло. Агрессивный парень с лопаткой. What? Извини, приятель, я не хотел стоять на пути у твоего песка. Наконец-то я чистый и свежий. Песку не догнать меня. Упс, фатальное падение. Это песочная карма. Эта девушка очень боится воды. Она всегда перестраховывается. Одного жилета мало, нужно еще два надувных круга. Чего-то не хватает. Нужна маска и трубка, чтобы заметить акулу издалека. Надувной матрас, я в безопасности. И готова проплыть вдоль берега несколько метров. Девушки заметили симпатичного парня. Вау, какой красавчик. Сын Афродиты и Аквамена. Я хочу с ним познакомиться. Но пока одна только думает, как с ним познакомиться, вторая уже во всеоружии. В вечернем платье и на каблуках. Этот парень будет мой. Упс, это было неожиданно. Отстань, бешеная русалка. Люди реагируют на опасность, подстерегающую их на пляже. Эта акула подплыла слишком близко. Помогите! Тебе не испортить мой отдых, жалкая рыбешка. Я вооружена и очень опасна. Кто заказывал суши из акулы? Эта девушка не расстается со своим телефоном даже на пляже. Она плавает онлайн. И загорает онлайн. Но если ты залипаешь в телефоне на пляже, будь готова к телефонному загару. Ничто не может отвлечь настоящего рыбака от процесса рыбалки. Не пугай мою рыбу, женщина. Но я знаю, как привлечь внимание этого рыбака. Нужно просто клюнуть на его крючок. Твоя золотая рыбка уже ждет тебя. Эй, Мэтт! На любом пляже обязательно встретишь любителей пускать блинчики. Посмотрим, чей камушек побьет рекорд. Смотри, как я умею. Неплохо, но я могу лучше. Минутку, я сбегаю за своим камнем чемпиона. Смотри, он допрыгал до границы штата. Я победил. Еще нет. Посмотри на мой бросок. Это же был телефон. Упс. Какая красота. Побежали купаться. Полли забегает в море, чтобы поплавать. А Ева тормозит у кромки воды. Фу, эта вода слишком мокрая. Здесь фестиваль водорослей. Я уже искупалась, спасибо. А? Эта девушка пришла на пляж, как на охоту. И для приманки использует испытанный лайфхак пикапа. Притворяется, что тонет. Мэтью, как истинный джентльмен, кинулся спасать девушку. Попался спасатель, теперь ты мой. Девочки пришли позагорать. Но одна из них хочет найти идеальный ракурс
для ровного загара. А вторая просто лежит на песке. Ева постоянно меняет положение. Никакой тени от подбородка. Давай, солнце, обними меня. Подмышки все равно остаются в тени. Что же делать? Нужно рассчитать правильный угол. А если так? Вычислим траекторию солнца. Поделим радиус окружности Земли на периметр Солнечной системы, умножим на диаметр Солнца и прибавим площадь моего тела. Вот сюда. В конце дня попытки Евы не увенчались успехом. Зато поле загорело за двоих. Безобидные пляжные игры. Ой, простите. Спасибо, что спасли мой мяч. Эта медуза флиртует с моим парнем. Пусть только попробует снова бросить сюда свой мяч. Упс. Он случайно встретился с моим ножом. В который раз? Мне нужно переодеть купальник. Полли, прикрой меня полотенцем. Конечно, подруга. Ни за что его не отпущу. Интересно, что ищет этот парень? Вау, да это же настоящий клад. Вау! Но есть кое-что поинтереснее, чем клад. Ева и Полли – две пляжные противоположности. Все, что нравится одной, раздражает другую. Какой релакс. Какая скука. Какое прекрасное море. Какое мокрое болото. Фу, как противно. Парень моет подмышки в море. О, как практично. Мне уже нравится этот пляж. Этот парень любит подкармливать живую природу. Но среди чаек попадаются и девушки, которые любят хлеб. Кыш, конкурентки. Обожаю свежий хлеб. Ауч, какая твердая корочка. Эти два типа вы точно встречали на пляже. И даже относились к одному из них. Я пойду купаться. А вещи пусть полежат здесь. Нужно пойти покупаться. Но как оставить свои вещи без присмотра? Нужно принять защитные меры. Спрячу все ценное в рюкзак. Но этого мало. Тройной уровень защиты и оградительная лента. Жаль, нельзя поставить сигнализацию. Вот теперь я спокойна. Полли, присмотришь за моими вещами, пока я плаваю? Нет сил больше терпеть. Но на природе нелегко отыскать укромное местечко. Выход найден. Море всегда поможет. Как ведут себя на пляже брезгливые и не очень? У тебя есть вкусняшка? Конечно, угощайся. Мой леденец решил нырнуть в песок. Какая утрата. Он был таким молодым. Не плачь, Полли, его еще можно спасти. Нужно всего лишь помыть леденец в море. Смотри, теперь он как новый. И немного соленый. Фу, я не могу это есть. И зря. Отличный леденец с ароматом водорослей. Понравились наши типы людей на пляже? Тогда пиши в комментариях, как ты ведешь себя на пляже. Загораешь с телефоном? Боишься воды? Или флиртуешь с рыбаками?
и обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале WHOOP.